Перед началом данного видеоролика хочу вам порекомендовать очень крутой сервер под названием City Ember. Ребята, это проект моего хорошего друга, которого я знаю лично. Этот проект сделан очень хорошо, очень годно. И скажу так, ребята, я сам время от времени на нем играю, поэтому заходите и играйте вместе со мной. IP и порт есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, ребята, Кент на проводе, и прямо с начала ролика хочу вам сказать, что я очень сильно больной. Но, ребята, то, что я знал сегодня, меня не остановило, и я решил записать ролик. Сегодня мне пишет подписчик, мол, Кентуха, здорово, я пишу, привет, братан. Он мне говорит, я вот увидел твой ролик по БС, мне так сильно понравилось, Кентуха, пожалуйста, продолжай, и я тебе подарю аккаунт. Я такой, стопэ? Чего? Он говорит, я тебе подарю аккаунт, и не просто аккаунт, а аккаунт 62 уровня, 63 уровня. Просто мать моя женщина, я очень рад, большое тебе спасибо, Никита, просто от души, душевно в душу. Ну что, ребята, давайте мы посмотрим, что же у нас есть. Конечно же, мы начнем с наших скинов. Ой, это кланы. Так, нажимаем магазин и скин игрока. То есть, ребята, у меня доступны просто все скины. Ну как, или почти все. Ну, скажем так, большинство скинов, по крайней мере, мне доступно. Но больше всего мне нравится именно этот скин, и поэтому я его выберу. Идемте дальше. То есть, скинов, ребят, как мы видим, у меня полный набор. Назад, главное оружие. Ребята, вы только посмотрите, давайте я вам покажу. Это АК-47, и у меня топовый скин. Блин, как же я рад. Но, ребята, это не все, потому что мой АК-47, он усовершенствован на максимальный левел. То есть, это просто шикарно. То есть вот мы видим, ребята, все доступные скины. Просто от души большое тебе спасибо, я очень рад. Так, идемте дальше. Понятно, понятно. АВП, ну, в принципе, ничего такого особенного. Это у нас, ребят, дробовик. Очень полезное оружие в зомби-режиме. Это не все, не все, не все. Я вам хочу еще показать такое классное оружие под названием Галил. Вот, ребят, наш Галил. То есть тут тоже есть скины. Блин, как же я рад. Большое спасибо моему подписчику, потому что такой пацанский подгон. Очень круто, я очень сильно рад. По крайней мере, он мне сказал, что он не играет, и ему этот аккаунт не нужен, и поэтому он мне дал свой аккаунт, и я теперь играю с его аккаунта. В принципе, на этом все. Ребята, я уж извиняюсь, что я заканчиваю так рано, то что ролик такой короткий. Просто у меня очень сильно болит горло, и я чисто физически не могу снимать дальше. Ладно, ребята, всем большое спасибо за просмотр этого видео. Если вы впервые на моем канале, то, ребята, обязательно подпишитесь. Также нажмите на колокольчик, поставьте лайк и напишите какой-то комментарий. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.